Все мое почтение, друзья, и сегодня, 26 ноября 2022 года, стало известно о смерти министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея, который якобы по источникам прессы скончался от инфаркта. Якобы вовремя не обратился к врачу. Вы вдумайтесь в это так называемые выводы журналистов. Вы можете поверить, что министр иностранных дел, министра, вдумайтесь, не какой-то там помощник и тому подобное, министр оставался без надлежащей медицинской помощи. Я не верю. Я лично считаю, что Владимира Макея попросту убрали. Попросту, фактически, или по приказу Лукашенко, что я сомневаюсь, так как Макей был верным таким вот служакой лукашенковским. Я лично считаю, что начали подбираться к Лукашенко, убирая приближенных людей к нему. И это подбираются к нему россияне. Потому что недавно появилась информация, что хотят ликвидировать Лукашенко. Я лично считаю, что человека в таком возрасте еще, не имевший никаких таких физических нагрузок, по сути, мог бы еще жить и жить. Я лично считаю, что смерть Макея — это не несчастный случай и не следствие случайного какого-то инфаркта. Это фактически знак того, что к Лукашенко подбираются. А Владимира Макея, я лично считаю, что его попросту убрали, ликвидировали. Зачем, почему, понятно, что мы узнаем это со временем. Но я лично считаю, что это не стечение обстоятельств, не случайный инфаркт и не случайная болезнь. Это ликвидация. А вы вот как считаете? Напишите в комментариях ваше мнение. Будет интересно почитать, что мы все думаем по поводу этого.